На нашем телеканале продолжается конкурс, приуроченный к премьере сериала «Сыны анархии», который выйдет в эфир 17 августа в 23:30. Мы совместно с клубом «Алькаши» выбираем самую достойную подругу байкера. Предлагаем вам познакомиться с 5-й и 6-й участницами конкурса. Яна Муслимова, 24 года, окончила физфак СГУ, работает учителем физики, в свободное время занимается танцами. Жизненный девиз – то, что тебя не убивает, делает сильнее. Ну, я не говорю, что именно я должна выиграть, но я фотогеничная. Вообще, очень хотелось бы просто для себя посмотреть, как это будет смотреться со стороны. Я сама люблю фотографироваться. И фотосессии с байками, и если познакомиться с байками, это очень круто на самом деле. Это очень здорово, потому что люди любят скорость, люди подаются своим эмоциям, своим ощущениям и получают от этого невероятный адреналин.